Всем привет, рыбаки! Сегодня мы рассмотрим точку для закрытия трофея плотвы на озере Комарино. Это видео было снято 15 апреля 2024 года, и пока что эта точка активна. С этой точки я уже вытащил порядка 7 трофеев плотвы. Вот такая сборка сегодня. Прикорм используем стандартный на плотву. Крючок большой, первый. Наживка каша перловая. Перейдем к самой точке. Заходим на мостик в самом начале локации. Координаты вы можете видеть на своем экране. 53-86. Выставляем восьмую клипсу и забрасываем удочки прямо в камыши с правой стороны. Только забрасывайте удочки чуть левее. Впереди есть мостик, который может нам помешать. После закидываем место ловли шариком с прикормом. Много не требуется, всего 6-9 шаров. По 2-3 штуки на каждую удочку. И ждем своего трофея. Спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, на нем мы будем выкладывать актуальные точки ловли различных трофеев. Не хвоста, ни чешуи.